Добрый день, Павел Юрьевич, спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем наш сегодняшний вебинар, посвященный, продолжаем, в общем-то, тему мы уже начали на прошлом вебинаре, посвященную ГОСТам и библиографическим описаниям. И сегодня у нас тема, посвященная ГОСТу 2018, о тех новациях, нововведениях, которые в этом ГОСТе присутствуют. Да? Вебинар будет, сразу скажу, такой небольшой обзорный. Пройдемся по основным новациям, которые в ГОСТе 2018 присутствуют. И напоминаю, что основной ориентир своих вебинаров у меня на небиблиографов, то есть на тех научных руководителей, на студентов, аспирантов, магистрантов, авторов, на тех, кто в основном использует этот ГОСТ. Так, коллеги, вижу, что нет звука. Поставьте, пожалуйста, в чат, хорошо ли видно, слышно, видно ли рабочий стол. Ага, спасибо, спасибо. Отлично, у большинства работает. Коллеги, если проблемы со звуком, посмотрите, пожалуйста, настройки. Ну, раз уж коснулись темы, потому что, да, я смотрю, у меня вроде по всем системам показывает, что работает. Но раз уж коснулись темы регламентов и настроек, презентация в PDF-файле выложена в папке «Ресурсы», в доступе есть, пожалуйста, можно заходить, брать, скачивать. Так, не видно чего. Если не видно меня, это не страшно. Главное, чтобы было видно рабочий стол. И сегодня мы поговорим о ГОСТе 2018. За это время вебинара, естественно, мы все и во всех есть. Ага, у всех по-разному. Но это, видимо, сегодня магнитные бури и скачки давления, то, о чем предупреждал нас в новостях, да, прогноз погоды. Видимо, оно как-то сказывается. Обычно у нас все проходит нормально. Ну и сегодня мы... Да, презентация. Я имею в виду презентация на рабочем столе. И сегодня мы пройдемся по ГОСТ 2018. Основные... Спасибо, Людмила Юрьевна. Основные моменты, на которые следует обращать внимание, и связано это прежде всего с тем, что вот этот переход на новый ГОСТ, на него обязаны перейти все библиотеки России, это однозначно, но у всех возможны различные ресурсные обеспечения, различные ресурсы, и у кого-то это получается быстро, вот университетская библиотека онлайн, издательство «Директ Медиа», она уже перешла на новый ГОСТ, и была рассылка для подписчиков. Обратите внимание, посмотрите у себя в почте. Там указано, какие изменения внесены в библиографические описания и подробно изложены. Да, приведены примеры, как теперь будет выглядеть библиографическое описание в электронном каталоге и в университетской библиотеке онлайн. Кто-то из библиотек еще не в полной мере половину каталога перевел, кто-то еще только начинает это делать. Поэтому мы можем, тем более если мы пользуемся интернет-ресурсами для поиска информации, для поиска источников, для своих статей и письменных работ, то мы неизбежно будем сталкиваться с тем, что и те, и другие описания все равно нам будут попадаться. Взяли чужую работу, где приводится список источников по ГОСТ 2003, воспользовались этим списком источников, по гиперссылкам нашли, да, или по ссылкам нашли этот источник, с ним поработали, нам нужно дать описание. Если мы его дадим так, как было по старому ГОСТу, то это будет не совсем правильно. Да? Значит, там нужно внести какие-то изменения. Вот с этой точки зрения мы сегодня будем рассматривать новшества в ГОСТ 2018. И в общем-то, эпоха ГОСТа 2003 подошла к концу, он просуществовал 15 лет, и введение нового ГОСТа было обосновано рядом объективных причин. И самая, наверное, такая главная
Причина, одна из самых главных причин, это развитие формата машинночитаемых записей. Появление большого количества документов, описание которых старый ГОСТ не учитывал, ориентируясь в основном на текстовые документы. Поэтому вот такая причина возникла. Ну и вторая – это разработка ГОСТа на основе консолидированного издания международного стандартного библиографического описания ISBD, утвержденного в 2011 году. То есть это приближение к международным стандартам библиографических описаний. Да, так как электронная система обмена информацией и документами все больше приобретает все большие масштабы, то, конечно, нам необходимо приближаться вот к этим международным стандартам. Ну вот в основном эти две причины, такие наиболее главные смены ГОСТа. Что осталось, прежде чем к изменениям, что осталось без изменений? Без изменений осталось в новом ГОСТе предписанная пунктуация, знаки предписанной пунктуации и правила их использования и оформления остались прежними. Поэтому ну, хоть что-то, в чем-то есть стабильность. Из новаций. Да, и еще часть областей не претерпели, областей описания не претерпели значительных изменений, поэтому вот то, что осталось практически без изменений, мы сегодня рассматривать, скорее всего, не будем, так просто коснемся одним словом. Изменилась терминология, появилось понятие ресурс, впервые в новом ГОСТе применяется определение ресурс ко всем видам источников информации на всех видах носителей. Если раньше мы говорили электронный ресурс и слово ресурс использовали только в отношении электронных документов, то теперь ко всем документам применяется слово ресурс. В ГОСТе определены виды ресурсов. Можно открыть ГОСТ и посмотреть, сколько этих видов, как они разделяются и их краткие характеристики. Ну, на них тоже сейчас долго останавливаться не будем. Это больше интересно, наверное, будет библиографам или составителям методических пособий. Терминология изменилась, и в отношении электронных ресурсов появилось достаточно много терминов. И ресурс, электронный ресурс сетевого распространения, вот то, что раньше мы называли электронный ресурс удаленного доступа, да, вот он теперь выделен в отдельную категорию электронный ресурс сетевого распространения, теперь он называется так. Это вот тоже одно из новшеств. Но про электронные ресурсы у нас будет отдельный вебинар. Мы более подробно уже там поговорим про эти термины и особенности. Изменилась внутренняя структура стандарта. И внутри разделов, посвященных областям описания, структура следующая. То есть сначала приводятся основные положения, которые касаются всех видов ресурсов. Затем идут пункты, касающиеся отдельных видов ресурсов, так называемые специальные положения. И в конце даются исключения из правил. Ну да, да, ГОСТ есть ГОСТ, но исключения из правил тоже бывают. И вот так по каждой области информация представляется в самом ГОСТе. Но это скорее информация нам для того, чтобы ориентироваться на поиск, на навигацию внутри самого документа. Сокращение. Тенденция на минимизацию сокращений в библиографических описаниях. Если раньше можно было сокращать некоторые сведения, ну, за исключением, конечно, области заглавия, названия мы не сокращали. Например, в сведениях об ответственности. Да, мы допускали сокращение учеб-пособия. То теперь идет тенденция на минимизацию вот таких сокращений. Все данные, все сведения указываются полностью. Да, то есть мы пишем все полностью. Если место издания мы раньше сокращали как М, да, Москва, Санкт-Петербург, СПБ, это вот то, что оставалось в ГОСТ-2003, все остальное мы писали полностью. Теперь в
месте издания мы пишем все названия городов полностью. Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и так далее. Сокращение не допускается. В области, сейчас скажу, Виктор Борисовна, в области издания то же самое. Второе издание, мы сокращали второе изд, сейчас тенденция на то, что будет писать полностью. Второе издание, переработанное, дополненное. Есть ли в источнике, Виктория Борисовна немножко опередила, да? Исключение. Если в источнике сведения приведены в сокращенном виде, то тогда мы их приводим так, как приведено в источнике. Если их нужно раскрыть, ну, из приведенной аббревиатуры или сокращения не совсем понятно, можно допускаются различные интерпретации, да, вот этого не должно быть. Тогда мы раскрываем это сокращение, но берем его в квадратные скобки. То есть то, что не написано на титуле, на титульном листе, на обороте титульного листа, заключается в квадратные скобки. Тогда да. И вот это положение, что все данные в библиографическом описании приводятся в полной форме, оно закреплено в новом ГОСТе. При необходимости допускаются сокращения словосочетания по ГОСТ 2004 и 2011. Про ГОСТ сокращения мы тоже говорили на прошлом вебинаре. На всякий случай в чат я вам сбрасываю. Павел Юрьевич, если на титульном листе написано М или П, то оставляем так, как на титульном листе, но лучше раскрыть, что это М не Москва, а Мюнхен, да, и П это Париж. Это вот то, что касается сокращения. Да, и много больше внимания уделено описанию электронных ресурсов в новом ГОСТе. Поэтому основные вопросы по описанию электронных ресурсов мы можем находить уже в ГОСТе 2018. В примерах... Ой, Марина Владимировна, к примерам и образцам нового ГОСТа, многие ошибки старого ГОСТа он исправил, но вопросов еще остается. И есть вот одна область и одна из новаций, о которой сегодня будем говорить, она до сих пор еще остается спорной и вызывает много дискуссий по этому поводу. Но вот что принято, с тем нам предстоит работать. Что касается образцов, приведенных в ГОСТ. Да, в качестве образцов их брать можно, но лучше проверять по тексту ГОСТа. Человеческий фактор никто не отменял, и ошибки тоже могут проскакивать, в том числе и в образцах описания. Дальше. Что у нас еще нового есть в ГОСТе? Изменения в областях описания. Добавилась новая область. Если раньше у нас их было 8, то теперь 9 областей. Добавилась новая область описания. Общее обозначение материала убрано, перенесено в 9-ю область, и называется она теперь по-другому. Область вида содержания и средства доступа. Изменился... Ну вот, часть областей переименовалась, область специфических сведений теперь называется специфическая область материала или вида ресурса. К электронным ресурсам она не относится. Область выходных данных тоже претерпела изменения в своем названии. И область серии, да, теперь называется область серии многочастного монографического ресурса. Ну вот примерную схемку соответствия старых и новых названий областей я вам здесь даю, на которую можно тоже ориентироваться. Так, коллеги, у кого зависло, все ли нормально? Потому что я вижу, что у меня ничего не зависает. Все, отлично, идем дальше. Виды элементов. Появился новый вид элементов. Изменился состав элементов описания и их виды. Если раньше у нас было два вида элементов, обязательные и факультативные,
Видов описаний три, краткая, расширенная и полная, то теперь видов элемента у нас стало тоже три. Обязательные, необходимые для идентификации документа в любом описании, должны присутствовать. Факультативные вносят дополнительную характеристику ресурса или набор каких-то дополнительных элементов, которые необходимы для более полной идентификации этого ресурса, если обязательных не хватает. Вот этот набор факультативных и элементов раньше определялся самостоятельно той организации, которая осуществляла библиографирование, библиографирующей организации. Если мы говорим о написании требований методических пособий, то автором этих требований или методических пособий набор факультативных элементов определялся самостоятельно. Но здесь важно помнить требования единообразия. Он должен был быть одинаков для одного массива. То есть список источников, во всех списках источников к письменным работам должны были использоваться одни и те же факультативные элементы. В списках литературы... Людмила Александровна и Ольга Александровна, в списках литературы для учащихся лучше ориентироваться на те же требования, лучше писать полностью. Вот сейчас, но здесь вопрос, какие из элементов включать, да, в этот список источников для студенческих или списков источников для учащихся. Лучше писать полностью. Города полностью. Лучше ориентироваться на те требования, которые есть в новом ГОСТе. Другой вопрос, что вы здесь можете, уже используя три вида элементов, выбрать тот вид описания, который минимизирует использование этих элементов. То есть, краткое. За счет того, что ввелось новый вид, условно обязательное, то работа по формированию вида описания, его выбору, кратко, расширенное или полное, она значительно упростилась. Краткое описание – это все обязательные элементы, включает в себя все основные области, необходимые для идентификации документа. Для студенческой или ученической работы, работы учащегося, для списка источников, вот именно учебной работы, краткого описания вполне может быть достаточно. Расширенное описание включает обязательные и условно обязательные элементы. И все три вида включают полное описание. В основном оно применяется для государственных и национальных библиотек, для национальной библиографии, для государственных баз данных, для региональных библиотек. Вот на одном из методических вебинаров, совещаний, была дана рекомендация, что можно обойтись и кратким описанием. Соответственно, когда мы составляем методические рекомендации или предъявляем требования к оформлению студенческих работ, мы можем ориентироваться на краткое описание. И поэтому вот это требование ГОСТ приводить полностью все данные в библиографическом описании, оно минимизируется. Что мы там пишем? В основном туда попадает вот место издания, да, город. Не сокращать, а писать полностью. Это не настолько уже и страшно. Для расширенное описание применяется для специальных случаев, когда обязательных элементов не хватает для идентификации ресурса. И не видно, чем он отличается от остальных. А сейчас, когда изменения коснулись и области идентификации, то, в принципе, часть элементов условно обязательных мы в библиографические описания можем не вставлять, если речь идет о списках, списке источников для студенческой работы. Поэтому здесь не все так страшно. Не все настолько страшно, как выглядит. Область заглавия и сведения об ответственности. Сейчас просто пройдемся по
изменениям, коснувшихся непосредственно областей. Ну, вот обязательные элементы, список обязательных, условно обязательных факультативных элементов я вам вынесла на отдельные слайды, поэтому можно ориентироваться на них. Вот вид содержания и средства доступа, они вынесены в условно обязательные. Это то, что касалось материалов. Да? Из обязательных у нас вот осталось основное заглавие, сведения об ответственности, ну, при наличии их, естественно, в источнике, место публикации, издатель, дата публикации, сведения об объеме. Здесь примерно все, что мы писали, оно использовали в описаниях для студенческих работ, для списков источников, оно здесь также и осталось. Ну вот и идентификатор международный стандартный номер ISBN, сюда еще добавили SDOI и SSN, вот по ним. Да, если мы их приводим, то этого вполне для идентификации документа будет достаточно, и без вот этого условно обязательного элемента мы можем обойтись, поэтому лучше использовать краткий вид описания. Ну и факультативные элементы. Область заглавия и сведения об ответственности. Предписанный источник информации, титульный, как и прежде, титульный лист и оборот титульного листа. Информация, взятая с оборота титульного листа, в квадратные скобки не берется. В прежнем ГОСТе тоже было также такое же положение, но в примерах сведения с оборота титульного листа приводились очень часто в скобках, в квадратных скобках. В 2018 году вот эту ошибку старого ГОСТа устранили, но часть новых появилась. Да, видимо, тоже будут даваться пояснения в методических рекомендациях, методических указаниях к новому ГОСТу уже. Остальные сведения не с титульного листа и не с оборота титульного листа приводятся в квадратных скобках. Ну, в принципе, мы и раньше очень часто для списков источников информацию с оборота титульного листа в квадратные скобки не заключали, но теперь это право узаконено. Другое, значит, общее обозначение материала у нас ушло, заменено на область вида содержания и условий доступа и стало условно обязательным. То есть мы его можем использовать, можем не применять. Сведения, относящиеся к заглавию, вот это еще одна из новаций, вот они пишутся без сокращений. То, что мы писали через двоеточие, сведения, относящиеся к заглавию, теперь не сокращается. И ушло правило трех авторов в сведениях об ответственности. Другое, еще одно изменение, которое коснулось другого заглавия. Если в книге есть второе заглавие, ну то, что называется другое заглавие, это второе заглавие книги, грамматически не связанное с основным, которое идет первым, то теперь, раньше мы это через точку записывали, да? Теперь оно считается относящимся к заглавию, сведением, относящимся к заглавию, записывается через двоеточие. Там, тайм-менеджмент, двоеточие, полный курс. Если раньше писали через точку, теперь через двоеточие. Вот это важный момент, на который стоит обратить внимание. Если двойное название у книги, то куда его записывать? Добавлены элементы, ранее в область относившиеся раньше в область специфических данных. В первую очередь это касается нормативных ресурсов. Теперь записываются они также относятся к сведениям, относящимся к заглавию, записываются тоже через двоеточие. Ну и вот, видимо, здесь в этой области самое основное, вот оно все. И обратите еще внимание, вот в примере F, ну вот нормативные ресурсы, данные о введении, одобрении, принятии, утверждении и так далее, они все вынесены теперь в сведения об ответственности и записываются, сколько их было принято, да, вот они записываются через двоеточие в сведения об ответственности. И обратите внимание, название «Федеральный закон», вынесенное в сведения об ответственности, идет с большой буквы.
Не знаю, чем это вызвано, но название законодательные акты, федеральный закон, там, уголовный кодекс и так далее, они записываются в сведениях об ответственности именно за главные буквы. Ну, так вот, так уж принято в новом ГОСТе. Объяснений пока найти не удалось этому факту. Да, и вот все сведения, относящиеся к заглавию в законодательных актах, они выносятся в сведения об ответственности, если они взяты не из титульного листа и не из оборота титульного листа, вот как в нашем примере, да, то заключаются в квадратные скобки. И следующий момент. Да, сведения, относящиеся к заглавию, указываются в том виде, как в источнике, не сокращаются, стали условно обязательными. Раньше они были обязательными. И описание нормативных ресурсов, ну вот все приводится у нас сюда. То, что было в области специфических данных, переносится теперь в сведения об ответственности. Вид нормативного акта, заглавные буквы. Ну вот все моменты. Общее обозначение материала из старого ГОСТа, оно у нас ушло, перебазировалось в область вида содержания и средства доступа, стало 9-й областью. И здесь значительные изменения претерпело, совершенно другие элементы используются, поэтому на это тоже следует обратить внимание. В сведениях об ответственности какие новшества? Теперь в сведениях об ответственности приводятся сведения обо всех лицах, организациях, указанных в источнике. И особенно это касается авторов. Ну, как первой и, наверное, основной категории создателей произведения. Сокращение количества приводимых сведений допускается, ну, по усмотрению составителей методических рекомендаций, требований, либо библиографирующей организации. Для организации, например, можно приводить первую организацию, да, и использовать ИДРЭ. В описании приводятся сведения обо всех лицах или организациях, указанных в источнике информации, а количество мы уже определяем сами. Как их указывать? Если авторов 4, то за косой чертой указываем всех 4. Если авторов больше 5 и более, то приводятся, вот как в примере, имена 3 первых авторов и в квадратных скобках ИДР. При наличии информации о 3 и более организациях приводится наименование первой организации, и также допускается сокращение, в квадратных скобках ставим ИДР. Ну вот, количество авторов увеличилось, приводимых за косой чертой. При наличии информации о других лицах, принимавших участие в издании, кроме авторов, при условии, что они выполняют одну и ту же функцию, там 3 редактора, 4 художника, 8 корректоров, допускается приводить имя первого и ставить также в квадратных скобках ИДР. Области издания. Вот области издания у нас осталось без существенных изменений. Единственное, что вот то самое сокращение пресловутое. Если мы раньше писали второе изд, да, или изд второе, так как приведено в источнике информации, так мы записываем. Переработанное, дополненное, это все сокращалось, теперь все это будет приводиться полностью. По специфическим вещам. Специфическая область материала или вида ресурса. Название области стало, ну, так, более расширено, более содержательное, что ли, о чем идет речь, более понятно. Из объектов области исключены
отдельные виды нормативно-технической документации, там, стандарты, патенты и прочее, и электронные ресурсы. Вот их специфические элементы размещаются в других областях. В основном в сведениях, относящихся к заглавию. Принято, утверждено, пересмотрено, подписано и так далее. Это вот все уходит в область сведений, относящихся к заглавию. И эта область касается только при составлении описаний на нотные, сериальные и картографические ресурсы. Вот это вот еще одна из новинок сезона, этого нового ГОСТа. Область публикации, производства и распространения. То, что раньше называлось областью выходных данных. Обязательным элементом является первое место, первое имя издателя и дата. Поэтому, когда мы составляем методические рекомендации или требования к оформлению студенческих или работ, или списков источников в студенческих работах или в работах учащихся, ну, можете облегчить жизнь и себе, и учащимся, составляющим эти списки. Можно ограничиться вот этим требованием, что приводится первое место издания, имя первого издателя и дата. Если их несколько, записываются, ну, вот так, как, в общем-то, в принципе, как и было, только сокращение не используем, записываем полностью. И вот первый пример, да, два места издания, два издательства, одна дата, можно сократить до первого места издания, первого издательства. Для студенческих письменных работ, там мы меньше ограничены жесткими требованиями, мы можем просто вот сократить, что вот это приводите и дату. Так проще будет и составителям, да, списка источников, учащимся, и научным руководителям тоже не ломать голову. В ГОСТе это предусмотрено, поэтому почему нет. Сведения об издателе могут быть опущены для сайтов, журналов и газет. Их не приводим. И аббревиатуру без издания, да, БИ, мы здесь не ставим. То есть просто этого элемента нет, и все. Прошли, и все. То же самое для неопубликованных ресурсов. Если у вас депонированная рукопись, какой-то неопубликованный ресурс, БИ тоже не ставится. Область физической характеристики там без изменений. Указание страниц, так же, как и было, так же и приводим. Каких-то серьезных изменений она не претерпела. Область серии и многочастного монографического ресурса, то, что раньше у нас называлось областью серии. Обязательными элементами здесь являются основное заглавие, международный номер серии или подсерии, если он известен, и номер выпуска. Ну вот как, примерно как это должно выглядеть, вот оно есть в примере. Вот это стали обязательными элементами. Международный стандартный номер ИССН, ИСМН для музыкальных произведений, ИСБН, приводится в том случае, если он известен, если он указан в ресурсе или его можно установить по источникам вне ресурса. Область примечаний – это то, что касается серии. Если у нас наш ресурс, да, является сериальным, и есть какая-то серия, то ее тогда указываем туда. Область примечания используется для электронных ресурсов и патентов. Вот для них она является обязательной областью. Нас в большей степени интересуют электронные ресурсы, поэтому для них вот эта вот область примечания, она обязательная. Принципиальные изменения. Принадлежность к электронным ресурсам и патентам. Для электронных ресурсов сетевого распространения, то, что у нас чаще всего и используется в наших работах, в основном оттуда мы черпаем информацию для своих работ, обязательным является примечание об электронном адресе ресурса в интернет,
и дате обращения. Примечание о режиме доступа становится условно обязательным. То есть можно приводить, можно не приводить, но только в том случае, если там есть какие-то ограничения по доступу только для подписчиков, вот как в нашем примере в рассылке Директ Академии. Еще раз напоминаю, была рассылка с примером и с описанием, как поменялись библиографические описания в электронном каталоге и в описании содержащихся источников в университетской библиотеке онлайн и в библиотеке издательства Директ Медиа. Вот там можно обратить внимание, там как раз этот пример есть. Приводятся как раз указания о режиме доступа только для подписчиков. Или требуется регистрация, или доступ платный. Во всех остальных случаях, ну, так же, как, в принципе, мы и при описании электронных ресурсов раньше использовали, мы не, по умолчанию, если свободный доступ, мы этого не писали. Еще одно изменение. Слова «режим доступа» уходят. Но, может быть, это и хорошо, потому что в ссылках мы использовали URL, аббревиатуру. Вот теперь и в списке источников, и студенты несчастные, и учащиеся мучились, где писать режим доступа, где писать URL. Было много ошибок, было путаниц. Теперь она устранена. И там пишем URL. И приводим. Ну, правило то же самое. Двоеточие отделяется пробелом только после. Только после, да, перед URL. Вот здесь мы пробелом не отделяем. Пробел у нас идет вот здесь. Электронный адрес и дата доступа. В дате доступа тоже есть изменения. Приводится после электронного адреса в круглых скобках, указывают сведения о дате обращения к ресурсу, число, месяц, год. Да, это вот по пункт, по-моему, 5, 8, 6 и что-то там такое, ГОСТ. 5, 8, 6, 4, что ли, 5, 8, 6, 5. Но есть исключение для публикации в электронных журналах. Вот для них вместо даты обращения пишется вот эта вещь, дата публикации. То есть это дата обращения к сетевому ресурсу, но если мы работаем с публикациями в электронном журнале, то используется дата публикации. Обратите внимание, она записывается совершенно по-другому. Да? Через точку тире ставим пробел и да, и здесь тоже пробел. И дальше пошла дата публикации с большой буквы. И дальше приводится уже так же, как в дате обращения, приводится дата когда, без круглых скобок. Дату обращения указывать обязательно. И дату публикации для публикации в электронных журналах. Что касается описания сетевых электронных ресурсов, ну, по этой теме пока еще в ГОСТе ничего принято не было. По дате публикации, Ольга Владимировна. Вы имеете в виду дату публикации в электронном журнале? Если есть, то ставим. Если есть, то ставим. По область следующая. Да, в самой статье она должна быть указана. Если нет, ну тогда дату обращения, ну придется поставить дату обращения. Но в принципе они все должны присутствовать. По сетевым ресурсам решения еще нет, поэтому с ними как бы вопрос остается открытым. Я имею в виду публикации в социальных сетях, форумы, блоги и прочее. То есть только электронные издания. Да, кстати, в самом тексте статьи, либо вверху, либо внизу, но дата публикации статьи идет. То же самое, кстати, можно найти в статьях на сайтах.
если это не официальное, не зарегистрированное как средство массовой информации издание, то даты публикации, они на странице сайта, самой статьи тоже можно найти. Область идентификатора ресурса и условий доступа, условий доступности. Обязательным из этой области является международный стандартный номер. Кстати, DOI сюда тоже отнесено. Здесь уточнено название области. Раньше она была создана, но это связано с тем, что раньше она была создана для одного номера ISBN, международного стандартного номера книги. Потом появились другие, стали появляться другие номера и коды. ИССН, международный стандартный номер сериального издания, музыкальное произведение, и потом еще появился наш любимый DOI, то вот это понятие стандартного номера, оно расширилось, поэтому и заменили его на область идентификатора. Еще неизвестно, что появится у нас в ближайшее время, поэтому вот так обобщающий термин взяли. Но он является обязательным элементом. И в качестве идентификаторов ресурса сюда могут быть приведены сведения, относящиеся к DOI, номера государственной регистрации, то, что касается патентов и других документов, и обозначение, присвоенное производителем ресурса. Ну, например, производственный номер, номер на этикетке, их тоже можно относить сюда, но это в основном касается локальных электронных ресурсов, локального доступа. Нас больше всего интересуют вот эти вот, наверное, три ISBN, ISSN и DOI. Вот часто возникал вопрос, куда ставить DOI, где его записывать. Вот его теперь отнесли по ГОСТу 2018 к области идентификатора ресурса. Его записываем сюда. Вид содержания и средства доступа. Да, вот, прежде чем к последней области перейдем, вот он номер ИССН и номер DOI. Вот по месту тоже здесь возникают вопросы, почему в ГОСТе указано именно так. Да? ИССН стоит после всего ресурса, да, перед URL. Здесь стоит перед источником в конце статьи. Ну, здесь можно просто по логике подумать, да, что ССН это номер, который относится ко всему изданию, поэтому он ставится именно сюда. А DOI перемещено у нас чуть вперед, потому что оно касается конкретной статьи. И в одном и том же издании, в одном и том же журнале может быть много статей с разными DOI, поэтому это вот указывает идентификатор, привязанный именно к конкретному автору конкретной статьи, поэтому его вынесли сюда. Другого объяснения пока не вижу. А это номер самого издания, в котором может быть много статей, и по нему мы выходим, если по нему будем искать, мы найдем конкретное издание. Да, журнал, там, медиа, информация, коммуникация. А внутри уже будут архивы, а внутри уже будут архивы статей, по которым мы будем искать нужные нам статьи. Но если мы ищем нужную статью, то тогда мы ориентируемся на DOI, который привязан непосредственно к этой статье. И последняя область, претерпевшая изменения, это область вида содержания и средства доступа. Она целиком является условно обязательной. Новая область с момента создания структуры библиографического описания, это, наверное, самая такая серьезная новация, но и самая спорная. Область содержит сведения о природе информации, которая содержится в ресурсе, и о природе информации, и о средстве, которое обеспечивает к нему доступ. Отделяется двоеточием с пробелами, обязательной не является. Поэтому для студенческих, для списков источников в студенческих работах, в работах учащихся, ее можно опускать.
Может быть, оно и стоит сделать, особенно на первом этапе, пока еще много вопросов к этой области. Слишком сложно определять. Очень много работы, да, с тем, чтобы понять. Если раньше было просто, если печатное, то текст и все. Сейчас нет. Теперь текст может быть аудиотекст, может быть электронный текст, может быть непосредственный текст, может быть еще какой-то текст. И правильно составить описание вот в этой части, это достаточно проблематично. Если посмотрите в гости, там очень запутанная вот эта система, очень расширенная такая градация вот этих элементов. Поэтому здесь очень легко запутаться. Особенно не библиографам, а особенно студентам. И просто хорошо бы ее сокращать, благо такая возможность есть. И эта область не обязательно, а условно обязательно. Ну и несколько примеров из описаний по новым стандартам. Да, ну вот то, что мы уже видели. Вот она, опять же, эта область. Текст электронный, хотя почему в примере было вынесено сюда, хотя он должен стоять в конце. Ну вот, вот опять же вопрос к образцам из описания в гости. Вроде бы его отсюда убрали, но все равно его продолжаем ставить сюда. Тоже вопрос, который пока остается открытым. Должны они стоять в самом, вообще-то по-хорошему, они должны стоять в самом конце. После обозначения идентификатора. И здесь тоже вопрос, почему идентификаторы стоят здесь, если они должны идти после... Вот по списку областей, как мы с вами проходили сейчас, они должны идти после обозначения адреса, после даты обращения или после доступа уже выноситься сюда, и за ним уже должно идти вот это обозначение электронный текст. То есть здесь вопросов к образцам описания, которые даже приведены в гости, они сохраняются. Да? То есть правила написаны одни, в образцах... Ну да, Елена Леонидовна, вот единственное объяснение, почему сюда, потому что это аналитическое описание, да, и поэтому вот их сюда вынесли. Это единственное, что может объяснить. Да. По законам еще небольшое дополнение по законодательным актам. Рекомендовано давать описание под заголовком. Если допускалось под заголовком или под заглавием, при описании нормативных документов, в первую очередь по законодательным актам, в старом стандарте было возможно использовать два вида описания, то в новом все примеры приведены описание под заголовком. Ну, для поиска это удобнее. Российская Федерация, законы от общего к частному. Да, федеральные законы и так далее. И для поиска это удобнее, но для списков источников есть такое допущение, принимаем решение сами, будем ли мы давать под заголовком или оставляем по-старому, как и было у нас под заглавием. В законодательных актах, еще раз напоминаю, полностью даются сведения, когда принят, какие изменения, все это приводится в сведениях об ответственности. Так, и, коллеги, время у нас с вами подходит к завершению. И сейчас посмотрим, что у нас здесь. Так, сейчас я посмотрю.
Так, немножко подвисло сейчас. Посмотрим. Сейчас попробую подняться наверх. Так, по вопросам. Угу. Все, открылось. Ура! Про проект Орбикон, коллеги, пока это не тема была нашего сегодняшнего вебинара. Мы кратко разбирали, какие новшества есть в ГОСТ 2018, как раз для то, что можно использовать для оформления списков источников студенческих работ. Но вопрос интересный, спасибо, возьму его на заметку. Касается списков используемой литературы в ВКР. Надежда Владимировна, да, если список источников составляется по ГОСТ 2018. Режим доступа. Если издание – это файл, загруженный в электронный каталог для чтения из каталога. Надежда Васильевна, в этом случае это не опубликованный же документ, файл, о котором вы говорите. Если это не опубликованный документ, тогда дата обращения к этому документу. Так, будет ли высылаться? Вот про Орбикон еще раз говорю, коллеги, не совсем в курсе. В списках литературы сокращение применяется. Про сокращение мы уже говорили, да. Пишем полностью. Да, совершенно верно. Настоящий стандарт на составление библиографических ссылок не распространяется. Ссылки как по 2008 составляли, так и составляем. Это только для списков источников. Так, уже. Значит, в списках к диссертационным работам, оформление диссертации у нас это к студенческим работам, к ВКР, к работам учащихся, да, изменения в списке в ГОСТ оформления диссертационных работ изменений не было. Поэтому там мы это не трогаем. Там мы это не трогаем. Это то, с чем вы можете столкнуться при поиске информации в тех каталогах библиотек, которые переходят на ГОСТ 2018. Да, вот только сюда. И так, сейчас убегает у нас чат. Надежда Васильевна, опубликованный, как если опубликованный, то можно ставить дату публикации. Не дату издания, а дату публикации. Упоминается. Так, вопросы у нас убегают. За косой чертой. Марина Владимировна, по поводу трех авторов. Если авторов 1, 2, 3, 4, указываем за косой чертой всех. Если авторов 5 и больше, за косой чертой указываются 3, и дальше идет ИДР. Запись вебинара будет, да. Дата электронного журнала на самой странице, в самой статье есть. Текстовые ресурсы от электронных. Ну вот, Надежда Владимировна, здесь и принимается решение, будем ли мы это писать или нет.
И, скорее всего, так же, как мы делали раньше, если основной массив это текстовые ресурсы, тогда мы его не указывали, а использовали только для обозначения электронных ресурсов. Вот тогда это можно будет указывать. Дальше. Ольга Александровна, взамен ГОСТа 2003 переходим с 2003 на 2018 для библиотек. Да? Это уже введен новый ГОСТ, является национальным стандартом. Да, полностью он его не отменяет. В странах СНГ библиотеки работают по 2003-му, а вот для российских библиотек уже идет переход на 2018-й. А почему закон принят в квадратных скобках? Гульнара Забировна, это информация не из титула, не из титульного листа. Да, поэтому и в квадратные скобки. Это указывает на то, что мы взяли информацию откуда-то из ресурса, но не из предписанного источника. Да, совершенно верно, Светлана Вячеславовна. Вот российские библиотеки переходят на 18-й, а библиотеки, то, что я говорила, страны СНГ, они работают на 2003-м. Не было квадратных. Ну да, Наталья Викторовна, в предыдущих примерах не было квадратных скобок, и был указан федеральный закон. Да, здесь закон у нас, вот последний пример, это Уголовный кодекс, это не федеральный закон. Информация в квадратных скобках – это то, что взято не из титула, не из титульного листа, да, а где-то в ресурсе мы нашли эту информацию, поэтому мы ее сюда включили, поэтому она стоит в квадратных скобках. Так, и вроде у нас все. Это смотрю, пока я тут пытаюсь пролистать ленту, найти вопросы, его удержать, не упустить. Коллеги, уже у нас хорошая такая коллаборация пошла, взаимопомощи и взаимоподсказок. Ну что, коллеги, время нашей встречи сегодня подходит к концу. Большое спасибо за сегодняшнее участие, за активную такую работу в чате. Ну, видимо, вопрос еще остается, и вопросов еще, я чувствую, будет достаточно много к ГОСТу 2018 и к оформлению списков. Мы прошлись только по самым таким основным, наверное, моментам, которые коснулись изменений. Еще раз говорю, это не только для того, чтобы вносить изменения в списки своих работ, но и для того, чтобы облегчить нам навигацию по тем электронным каталогам и ресурсам тех библиотек, либо организаций, где мы ищем источники информации. И понимать, что и как нужно изменить в соответствии с теми требованиями, которые предъявляются к нашей работе. Если мы находим, а для этого надо понимать, что изменилось, да, чтобы правильно изменить обратно. Если диссертационные исследования оформляются с учетом ГОСТа 2011, в ваших требованиях написано ориентироваться на этот ГОСТ, а библиотеки, особенно электронные библиотеки, уже перешли российские на 18-й ГОСТ, вот как в примере с университетской библиотекой онлайн, то прямым копированием уже вставить будет сложно. Вам придется менять это описание. Но чтобы его поменять правильно под 2011 год, надо понимать, что где находится. Да, вот в этом новом описании этого нового каталога. Поэтому для навигации, для работы с информацией, вот эти вот основные элементы мы с вами тоже и проходим. Это не значит, что вам их придется писать, да, хотя может быть. Это еще значит, что вам придется на них ориентироваться и понимать, в связи с тем, что
чтобы изменить правильно свое библиографическое описание. Конечно, мы практикой мы сегодня не занимались, мы в основном прошлись так кратко, но особо сильно не занимались, да, прошлись в основном по основным элементам, а вот практически уже работа, отработка навыков, это уже все будем делать в нашем курсе. Так, последний вопрос. Надежда Васильевна, среди примеров описания для отчетов НИР. Отчеты НИР. Надежда Васильевна, мы отдельных пунктов сегодня не касались в ГОСТе 2018. Там добавлено очень много ресурсов. Посмотрите внимательно, нет ли вашего отчета там. Добавлена информация не только по электронным ресурсам, по патентам, по приказам, по инструкциям, по нормативной документации. Расширен массив. Поэтому сначала посмотрите там. Нет ли там вашего документа, вашего ресурса? Если нет, то тогда, да, тогда ориентируемся так, как было. Итак, коллеги, всем большое спасибо еще раз. Вот теперь уже точно все. На сегодня мы с вами заканчиваем. И, наверное, еще раз спасибо всем за вопросы, за активную работу, за участие в сегодняшнем вебинаре. И, наверное, до новых встреч, до скорых встреч на наших вебинарах.